Сегодня главные дорожники страны приедут в областной центр, чтобы принять участие в 10-м международном форуме «Дороги России 21 века». Они увидят лучшие достижения в области дорожного строительства, проектирования и эксплуатации автомобильных дорог. Магнитогорск включается в движение по поддержке слепых и слабовидящих людей. Стартовала неделя «Белой трости». 15 октября в Центральной библиотеке пройдет научно-методический семинар для библиотекарей, педагогов и психологов коррекционных образовательных учреждений. Депутаты Законодательного собрания области решили помочь юным спортсменам Верхнеуральского района. Выделили 200 тысяч рублей на покупку спортивной формы для детской хоккейной команды «Майнер» из поселка Межозерный. Сегодня синоптики обещают в Екатеринбурге 14-16 тепла, в Челябинске 16-18 выше нуля. В Магнитогорске переменная облачность без осадков, плюс 15-17. В Першампенуазе 14-16 выше нуля. В Кизильском 13-15 со знаком плюс. В Верхнеуральске 10-12 тепла.